В этом видео я покажу, как исправить ошибку, которая возникает при создании виртуальной машины в VirtualBox, но она также может возникнуть и при использовании другого программного обеспечения виртуализации. По сути, при создании любой виртуальной машины. Как всегда, решение можно легко узнать, внимательно прочитав все детали ошибки. Собственно, по ошибке видно, что в BIOS-е отключена аппаратная виртуализация, которую поддерживает процессор. Как я понимаю, ее не обязательно включать. Есть методы, как заставить виртуальную машину работать и без этого, но с этой технологией работать будет надежней. Собственно, вам нужно перезагрузиться, зайти в BIOS. Для этого жмакаем кнопку Dell при включении компьютера. Переходим в продвинутый режим. Это кнопка Advanced сверху или F7. А дальше, как я показываю, идем в настройки, находим пункт параметры CPU и ищем SVM Mode и включаем его. Если у вас другая версия BIOS, ищите пункт, связанный с виртуализацией, в Intel. Это Intel VTX, но это уже другая история. Сохраняем все настройки, нажав F10 или закрываем BIOS. Заходим в систему и пробуем снова запустить виртуальную машину. Теперь с запуском не должно возникнуть проблем. Расположение и название пунктов меню у вас может отличаться, все зависит от версии BIOS и модели материнской платы. В моем случае это MSI B450. Если был полезен, ставьте лайк. Спасибо за просмотр.